Во Владимирской области по дороге на Киржач за деревней Новоселово гуляет истощенный верблюд. Автолюбители, проезжающие мимо, запечатлели животное и выложили фотографии в соцсети. Специалисты отдела природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника считают, что лето верблюд на подножном корме протянет, но ему может грозить опасность. Поэтому лучше будет, если хозяин все-таки объявится. В летний период он здесь проживет, он же растительноядный, то дальше зимой на снегу ему тяжело будет прокормиться. У нас это животное вольерного содержания. Собаки бродячие могут начать обижать. Они же сбиваются в стаи. Так-то у него, в принципе, мало здесь врагов, но собаки могут бродячие напасть.